В Доме молодежи города Амурска прошло праздничное мероприятие, посвященное Дню сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации. С поздравительной речью к присутствующим обратился начальник отдела Министерства внутренних дел России по Амурскому району, подполковник полиции Игорь Вячеславович Кленов. Он поблагодарил личный состав за каждодневный нелегкий труд, выразил благодарность ветеранам за сохранение традиций, за добросовестное отношение к служебным обязанностям. Отличившиеся сотрудники были награждены почетными грамотами и благодарностями. Затем в торжественной обстановке Игорь Кленов вручил сотрудникам очередные звания и награды. Я искренне благодарю вас за вашу честную службу, за верность выбранной профессии, за преданность служению закону и защите безопасности. Пусть вами гордятся родные. Нести с честью возложенную на вас ответственность. Искренне желаю вам успехов в службе, выдержки, стабильности, благополучия и исполнения намеченных как в служебной, так и в личной жизни. После торжественной церемонии состоялся праздничный концерт. Творческие коллективы показали правоохранителям свои лучшие номера. Были и песни, и танцы. Яркие выступления подарили зрителям не только праздничное настроение, но и позволили ненадолго отвлечься от непростых трудовых будней. А также прошел традиционный конкурс среди работников полиции, в котором участвовали Казанцева Анна, Федянина Надежда, Муховиков Иван, Пашковский Арсений, Вашкелис Роман и Широнина Елизавета. Конкурс проходил в 4 этапа. Это домашнее задание, творческий конкурс, интеллектуальный и конкурс «Хронология фильмов», где первое место во всех нелегких испытаниях за мастерство и артистизм получила Надежда Федянина. В конкурсе в этом я принимала второй раз участие, в том году я не заняла первое место. В этом году, благодаря поддержке моего руководителя, моих друзей, коллег, спасибо большое Надежде Король, сыну ее, Алексею, и Аленушке Стемпа. Если бы не было их, не состоялся бы мой конкурс «Домашнее задание», благодаря которому, я думаю, что я стала победителем. Я поздравляю всех сотрудников органов внутренних дел, желаю им дальнейшего продвижения по службе, успехов, поменьше бед, горести, невзгод, больше радостных моментов. Не сильно расстроились и участники, получившие 4-е места. Было сложно, но было интересно. Вот. Ну, хочется, конечно, сказать, что все участники, все конкурсанты, все молодцы, все выступили, раскрылись творчески. Ну и всех поздравляю. Конечно, хотелось первое место, но ничего, главное, как говорится, участие. Профессию данную выбрала, потому что хочется помогать людям, спасать их от злодеев, делать мир добрей, лучше и справедливей. По завершению мероприятия участники получили дипломы, сладкие презенты, теплые аплодисменты зала и поздравления от родных и близких им людей.